Привет всем! С вами канал Крипто Даша. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставь лайки, дизлайки, пиши комментарии. Далее в видео я сделаю небольшой обзор на интересный проект Pancake Bunny. Это новый и быстрорастущий агрегатор доходности DeFi, который используется для PancakeSwap. Протокол Pancake Bunny дает пользователям возможность использовать свои стремления к повышению прибыли для оптимизации стратегии компаундирования дохода. Они предлагают стратегии для удовлетворения различных потребностей пользователей. У токена Bunny нет максимального запаса. На каждый 1 миллиард, заработанный на вознаграждении за производительность, чеканится 10 Bunny. Поэтому на данный момент объем предложения не ограничен. Они могут разработать новые стратегии для ограничения лимита или сжигания некоторых токенов, но однако в настоящее время они сосредоточены на росте токена Bunny. Вы можете заработать Bunny, используя фермы, или вы можете купить Bunny с помощью их функции ZAP. Примерно 13% всех монет дворов Bunny будут направлены на развитие, чтобы обеспечить быстрые инновации. Итак, поподробнее, что же за фермы и как они работают. Первое. Bunny Staking Farm. В этой ферме пользователи могут делать ставки, используя свои токены Bunny, получая обратно VBNB. Годовая процентная ставка для этой фермы зависит от производительности всех других ферм, поскольку 30% комиссии за производительность на других фермах – это то, что собирается и выдается в качестве вознаграждения, рентабельности для пула ставок Bunny. Bunny Pool не имеет комиссии за снятие средств и комиссии за выполнение. Bunny Farm, BNB Farm. На этой ферме пользователи могут вносить Bunny BNB и зарабатывать еще больше токенов Bunny. При выводе в течение 72 часов должна взиматься комиссия 0,5%. Но при переходе на V2 комиссия не взимается. Ферма автоматического компаундирования Cake. Ферма Cake – это то место, где вы можете пользоваться преимуществами автоматизации, компаундирования и высокого API. При выдаче в течение 72 часов должна взиматься комиссия 0,5%, но при переходе на V2 комиссия не взимается. Плата за производительность составляет 30%, но за каждый 1 миллиард собранных сборов они дают 10 Bunny, так что вы получаете бесплатные деньги. Владельцы Bunny контролируют экосистему и получают большую часть прибыли от вознаграждения фермы. Чтобы претендовать на эту прибыль, держатели Bunny размещают свои токены в пуле управления Bunny. Прибыль отправляется в этот пул в виде вознаграждений BNB. Сумма получаемой прибыли определяется количеством токенов Bunny, которыми вы владеете, процент от пула. Позже эти токены управления будут использоваться для голосования по решению в нашем сообществе. Таким образом, чем больше Bunny вы ставите, тем выше ваше влияние в экосистеме. Итак, как же подключиться к данной платформе? Для этого необходимо перейти на их сайт. Все данные я оставлю в описании под видео. Во-первых, у вас должен быть базовый токен конкретной фермы. Для Cake BNB вам потребуется токены Cake и BNB. То же самое для других соответствующих хозяйств. Также у вас должен быть поддерживаемый кошелек MetaMask, Trust Wallet или Wallet Connect, в зависимости от того, чем вы пользуетесь. Переходим на ссылку и нажимаем «Подключить кошелек». Опять же, MetaMask, либо в моем случае это MetaMask. Далее выбираем ферму, в которую хотим инвестировать. Вам нужны токены LP,
кошки, BNPLP, Bus BNPLP и так далее. Также вы можете использовать их функцию ZAP, чтобы предоставить токены LP одним щелчком мыши. После получения токенов LP введите количество токенов, которые вы хотите внести, и нажимаете «Внести». Далее подтверждаем транзакцию с помощью MetaMask или любого вашего кошелька, которым вы пользуетесь. Далее просматриваем транзакцию и дожидаемся подтверждения. Все готово. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить следующие новые обзоры и быть в курсе новостей криптомира. Ставь лайки, пиши комментарии. Всем пока!